Всем добрый день! Решили снять еще видео по распаковке подгузников Тена. Мы теперь взяли Тена Sleep Super на 7 капель. То мы брали на 6 капель. Тена были плюс. А это супер. Эти памперсы мы будем использовать. Еще ни разу не пользовались. Для ночного сна. Вот человек, который болеет, планируем ему на ночь одевать эти подгузники, потому как все-таки здесь больше капель, они должны лучше справляться. Сейчас мы шкурочку снимем, посмотрим саму упаковку. Вот такая упаковка. Я хочу сразу еще показать упаковку предыдущую. Вот, смотрите по размерам, чтобы сравнить. Это Tena Sleep Plus, а это Tena Sleep Super. Вот насколько она больше, потому что я так думаю, что сами подгузнички потолще. Упаковка тоже с ручкой. Опять же здесь вот нарисованы, какие модификации могут быть, варианты этих подгузников, прокладочек. Вот наш вариант 7 капель. Еще есть 8 капель, но так, это Maxi называется. Вот. А у нас супер. Возможно, купим и Maxi. Пока что попробуем эти. Сухость, очищение, защита. Вот три функции. Тут написано Feel Dry Advanced. Итак. Вот. Нарисованы эти подгузнички, как их застегивать. Задняя сторона. Довольно-таки тяжелая упаковка. Итак, задняя сторона. Ну, в принципе, тоже, что и на той упаковке. Вот рисунки, как надевать на лежащего человека. Система нейтрализации запахов здесь. Широкие многоразовые застежки для надежной фиксации. Технология позволяет коже дышать. Тройная защита, как мы уже читали. И позволяет подгузнику быстро впитывать влагу и сохранять кожу сухой. Тоже размер М. 30 штук. Вот тоже для ходячих людей, для лежачих. Ну, раскрываем здесь опять по перфорации. Посмотрим сам подгузник. Так, раскрыли подгузник. Вот я сравниваю. Это у меня подгузник есть с 6 каплями. Sleep. Так, и наш Sleep с 7 каплями, который супер. А это у нас плюс. По длине они одинаковые. Вот сюда. А вот по ширине, вот которая с 6 каплями, меньше впитываемости, они даже немножко больше, там на каких-то 1,5-2 сантиметра вот здесь. Шире, скажем так. Но подгузники, которые супер, они толще. Тут заметно больше слой впитывающий. По сравнению с этим, эти такие более легкие подгузники, а эти уже чувствуются в руке. Ну, то есть 7 капель как-то играют свою роль, я думаю. Здесь вот есть такая на пояске тоже как резиночка. Можно так, она тянется, растягивается, стягивается. Эти у нас зелененького цвета, а эти были синенького. Вот опять же липучечки, вот они. Многоразовые застежки. В Тене многоразовые застежки. Они хорошо цепляются, окрепляются, прилепляются назад. Ну, вот такой подгузник. Вот. И опять же его покажу сейчас, чтобы он влез в кадр полностью. Вот такой. Вот сейчас положу сверху этот. По длине они абсолютно одинаковые. Вот немножко разница почему-то вот
Здесь больше ширина. Ну, попробуем. Главное, чтобы человеку хватило на обхват талии, так сказать. Вот. Попробуем эти подгузники, потом в комментариях напишу, как они держат влагу. Тут вот тоже такие же крылышки есть, которые задерживают жидкость, чтобы жидкость не проливалась. По мягкости они тоже такие мягкие. Нигде ничего, абсолютно никаких претензий нет к ним. Все здесь очень мягко. Я думаю, что человек будет доволен, который будет пользоваться ими. Вот. Сейчас упаковочку еще раз покажем. Так. Вот она. Красавица. Тяжелая упаковка. Вот как они здесь натрамбованы. Наши зелененькие подгузники. Приобретайте, кому нужны. Кому, к сожалению, они нужны. Все-таки эти подгузники нам больше подходят. Человеку больше нравятся они, чем другие подгузники других производителей. Всем спасибо за внимание.